На этом мое выступление заканчивается, но оно плавно перетекает в выступление Влада, потому что это мой дружбан. И он написал рок-оперу свою, собственную, и я в ней участвовала. Поэтому сейчас вашему вниманию предоставится... Я выросла. Одна из песен его рок-оперы. Добрый вечер. В 2008 году, когда я учился в одном в Краматорске с Асей, я написал рок-оперу. И вы, наверное, уже понимаете, почему я выбрал ее на роль Дриады, потому что у нее очень нервный, воздушный голос. Сейчас вы в этом убедитесь. Мы исполним одну из песен под названием «Дриада». Дриада — это душа дерева.